Юху, всем привет! С вами Юнот, и мы продолжаем Dead Island. Да. Так, нам нужно улучшить машину, насколько я помню. Наш инкассатор нов. Почему бы нет, поехали. Конечно, надо было, наверное, найти людей, с которыми можно было принимать эту игру. Кто знает, возможно, вчетвером было бы здесь более логично проходить. Ну да ладно. Чувак, ой, прости. Простите. Вон за мной кто-то бежит. Я, конечно, не параноик, но... Все-таки да, по-моему, бежит. И не все умирают, смотрите-ка, а? Живучие какие. Сейчас закончу тут все дела. Да. Нет, 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 нет. Фига себе, она бьет. Ты видел, да? Вообще нечестно. Все, все. Внутри еще двое. Да ладно. Но здесь ничего такого интересного нет, я вижу. Ни ящика, ни скрытого ящика. Но внутрь-то внутрь. Поползли. В смысле, тут нету куда заползти? Труба. А как? Мне надо как-то проникнуть внутрь, но тут нет больше ходов. Если я только не запорол тем, что их сбил. Ах ты ж ешь. Мне кажется, я запорол квест. Давайте еще раз попробуем. Так. Ага, не сохранен, процесс будет утерян. А че ж я тогда покоцанный? У нас мало времени. Люди умирают, а мы ничем не можем им посмотреть помочь. Точно не помешает. Сейчас разберусь там. Походу я в двух врезался, а они залетели за ограждение. Что за...
Давай, беги. Ну, тут ярость использовать, это обидно. Не хотел бы я его тратить раньше времени. Ну кто знал, что их печатают туда? А внутрь по-другому-то не попасть. Интересно, мне опыт дают за то, что их давлю? Хороший вопрос. Вроде да, если убиваю. То есть за кого не дали, те еще живы. Понятно. Надо же, выживает. Их давить на колесо, что ли, намотать? Сейчас странно, то умирает, то не умирает. Бегите, бегите. Лепота. Где? Так все. Во, теперь внутрь горят. Походу, да, я его забил через препятствие. Конечно, необычно. Сын. Сам такой. На острове еще есть кто живой? Конечно, есть. Я же еще бегу. Какого черта? Почему гвоздь взялся? Я разве гвоздями должен был бить? Ну да ладно. Вы же не из этих уродов, верно? Они ничего не могут с этим поделать. Они просто на голову больны. Я к ним как к людям, и меня укусили. Завтра я стану одним из них. Осталось, может, часов 6, может, меньше. Но я еще успеваю сделать что-нибудь, верно? Что же это может быть? Крепость на колесах? Самодельный танк? А могу навесить немного брони куда угодно. Хотите, я попытаюсь? Ну да, давай. Конечно. Вот это я понимаю. Не дайте этим ублюдкам мне помешать, и я прокачаю вашу тачку. Ох, и круто будет. Да, без проблем.
Че, мне прям тут в открытую стоять? Я не очень это хочу. Давай. Бежит. Молодцы, это что-то их много набежало. Жесть, а что она сзади вылезла-то? Давай, давай, иди сюда. $53, нормально. Еще бегут. Красиво. Все, не кончается, не кончается. Фух. Это было сложновато. Но деньги у них есть, это хорошо. Фомка. Ого! Ну ты молодец. Явно мастер. Не очень сильно, конечно, но нормально. Готово. Сойдет. Сойдет, ничего себе. Есть одна проблема. Моя дочь не останется здесь. Что? Скоро я потеряю рассудок. Не хочу причинить ей вреда. Мы отведем ее к спасателю. Он не сможет защитить ее, так как вы. Возьмите ее с собой. Прости, друг, но нет. Эй! Вам вот это же ведь нужно? Тогда давайте меняться. Папа, что ты говоришь? Я никуда не пойду. Дорогая, милая, послушай меня. Ты должна. Здесь тебя уже ничто не держит. Я не брошу тебя. Посмотри на меня. Посмотри. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты запомнила меня таким. Обещайте мне, что позаботитесь о ней. Она пойдет с нами. А, да. Папа, нет! Папа! Держись, дочка. И не теряй надежду. Живи дальше. Я люблю тебя. Хорошо. Теперь вы готовы. Достаньте припасы, но берегите себя. Зря не рискуйте. Если погибнете, с вами умрет последняя надежда на спасение. Да, понял, я понял. На вас-то положиться нельзя. Мама всегда хотела сюда вернуться, но у нее так и не получилось. После ее смерти мы поселились здесь. Остров помогал ему забыть обо всем. И он вложил в него сердце и душу.
И мое сердце тоже здесь. Так что, если мы должны кому-то помочь, давайте приступим к делу. Можешь на меня положиться. Все, пойдем. Предлагаю сначала заглянуть в церковь. Наверняка уцелевшие собираются там. Я бы пошла именно туда. Не сомневайся. Это уже мы в город, да, направляемся? Я бы еще заглянул сюда. А где эта церковь? Там, офигеть. Просто заглянем, что сбоку есть. Вдруг тоже есть оружие или что-нибудь вроде. Прикольное. Хуже-то явно не будет. Ладно, коньки не брать раньше времени. Да, сиди там, охраняй. Да ладно. Они не дали мне туда залезть. Вот. Блин, я и вот это не обшарил, теперь ничего получается, да? Ну ладно. Все, не посмотришь, как говорится. Блин, она наоборот только ухудшил зрение вообще. Что этот танк на колесах особо тут управлять им не надо. Ну город-то город, что делать? Новая остановка. Прощай, райский остров. Привет, обыденный город, да? Я возмущен, не дали мне пошариться. Я же не знал, что я с ней поговорю и придется так сразу действовать. Погнали, давай, 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 давай. То есть одни ждут спасения, другие ищут контакт с чуваком, и мы сюда вернемся. Просто чуть попозже. Акт второй. Стандартный танк всех зомби. Так вот, что с ним делать, я не знаю. Ну, в смысле, дайлайт это легко, отпрыгнул, бью, бьешь, а здесь. О боже, эти несчастные. Мы не можем просто так оставить их. Да, поэтому иди и умри за них. Ну ладно, давайте пока так. Все, все. Я стал круче. Сейчас сюда сбегутся демоны со всего города. Мы сделали это. Эй, там, открывайте ворота. Здесь гости. Сейчас дайте город построить-то хоть.
В принципе, да, большая фигня, бегать много. Ну ладно. Поговорите с матерью Еленой. Так, а чё качал? Замок второй уровень. Ага. Замок качается. Все просто. Шанс 15%, 20%. Теперь нужно добить. Может, вы сумеете заставить замолчать колокола? Ага. Все может, вы не паникуйте, главное. Спасатель сказал, что ты идешь. Один из наших, одержимый демоном, заперся на колокольне. Пожалуйста, помогите нам остановить этот звон. Так пусти меня туда. Вызывают к ученикам дьявола. Какой красавчик там. Ты еще помаши мне тут. Как он меня зацепил? Я не упал еще. Лежать. Лежать, говорю. Все. Токсин. А, здесь что ли где-то? Куда? Это казалось проще, чем я думал. Так, что тут у нас? Спасибо. Вы спасли нас. Эти демоны чуть было не пробрались в церковь. А Фрэнк... Его душа досталась зверю. Ну, бывает, чё? Ух ты, палец. Это ж классно. Вам нужны припасы. Еда, лекарства. Мне жаль, но город уже разграблен. Вряд ли вы что-то найдете, если не будете знать, где искать. А мы попробуем хотя бы. Но только если вы пообещаете мне помочь. Ибо вы здесь по воле Божьей. Вчера у нас кончилась вода. Две храбрые души отправились сегодня утром на насосную станцию. Они не вернулись. Ну, помогу, конечно. Почему нет? Вы можете узнать, что с ними случилось. Или, по крайней мере, вернуть нам воду. Вообще, запросы, конечно, у нее. Будь здоров. Мне, ну, когда началось это безумие, мне удалось эвакуироваться сюда. Но моя жена и дочь не смогли этого сделать. Мне говорили, что видели их там, полуживыми, полумертвыми. Одному Богу известно, кто или что они сейчас, но моей семьей они больше не являются. Пожалуйста, это непросто, но я хочу, чтобы вы упокоили их. Остановили их страдания. Они заслужили покой, они это... Вы это сделаете? Ну, хорошо. Ну, я попробую, а что делать? Спасибо. Вот их фотографии. Приди, убей. Пожалуйста, сделайте это быстро. Да, без проблем, я люблю убивать. Ага. С меня тебя только если аптечку взять. Остальное мне прям так не горит. Попросить тебя об одолжении. На нас вчера вечером напали зараженные. Мне удалось сбежать, но я не знаю, что произошло с моей семьей. Ага. Если они выжили, они наверняка не знают, что и со мной все в порядке. Ты можешь сообщить им, что я жив. Я тут сделал несколько плакатов. Если сможешь развесить их по городу, возможно, кто-нибудь на них натолкнется. Ну ладно. Определенно. Развесь мои плакаты по всему городу, и тогда они, может быть, смогут меня найти. Да, без проблем. Извини, у нее диабет. И без инсулина. А долго она не протянет. Да хорошо, без Почему проблем. Нет? О, спасибо вам.
Неподалеку есть аптека. Наверняка там должны быть инсулиновые ручки. Я подожду здесь. Не хочу бросать ее. Ага. Ну ладно. А, это есть склад, типа из нее складировать. Так, ну давайте, что у нас там? Заблудившийся, найдите Мэгги. Нету. Голос неба. А? Голос неба. Ну давайте зайдем, посмотрим, что он скажет нам. Заодно изучим город, что здесь еще он из себя представляет. Деньги на улице. Что это еще было? А, понятно. Разграбили город, он сколько валяется всего. Да, по сравнению с пляжем здесь. Немножко по-другому все. Фига себе, она меня втащила. Сейчас я встану. Прям неожиданно, если честно. Так, я тут где-то видел еду. А то меня немножко побили. Терять просто так деньги не особо охота. В целом, врагов много. Кач нормальный. Вот это жирный. Давай, на тебе. Вот собака бежит там. Что за фигня? Я же пинал. Где тот чувак, который бежал? Хм, видно, передумал, да? Ну да ладно. Кто я такой, чтобы его осуждать? А? Это твой товар, да? Я! Проблема, да, холодного оружия, что он ломается, вообще будет здоров. Ну да, не страшно. Бо, пусть будет. Ты лежи, лежи.
Живучий какой, а? Еще армица небольшая. Сейчас ногой пинал-то. Пойдет. Проходы поверх какие-то, верстачок, как бы на бандитов не нарваться. О, алкоголь. Ну твою ж душу, зачем он меняет поломанную палку? Так, а что дальше? Кастет, не хочу кастет. Все, с этим тоже готово. Полицейский участок. СТП. Терренс Баркер. Что с тобой? Я не дотяну. Можешь сделать кое-что для меня? Отдать это моей семье. Я не позаботился о завещании и написал его здесь. Моя последняя воля. Ты мне свидетель. Ну почему нет? Положиться. Храни тебя Господь, друг. Если они еще живы, они в церкви. Я сдерживал этих тварей, чтобы они успели уйти. Да, классно, только я еще не выполнил. Очень сложно, Николай. Я даже боюсь представить, что меня там ждет. Если бандиты, то это зря прошел. В целом на ярости можно много этого делать, опыта. Ну что ты не рассчитал? Давай. Сейчас встану. Кто-то из вас ляжет. Большая палка, классно. На тебе. Так, с этим покончено. Почему ты 20 уровень? Нет. На, тяна.
Блин, не то. Неужели ни одной аптечки? Ой, печаль, беда. Натина. Пришел за тобой, чувак. Капец, этой бо... выносливость тратит. Помогите мне! Ладно. Теперь мне надо внутрь. Есть кто? Не могу поверить, что они ушли без меня. Поверь, друг, поверь. Если хочешь, чтоб тебя обслужили, то и думать забудь. Мы, друзья, собрали манатки и уехали. И бросили меня тут помирать. Они где-то спрятались. Я когда слышал, как они об этом говорили. Вроде где-то в джунглях. А меня кинули тут, совсем одного. Не? На. Далековато. Бавьте от мучений. Но попробуем, по крайней мере. То есть следующая точка у нас джунгли. Ясненько, понятненько. Может, даже не успею выполнить, а может, успею, кто знает. Бог, конечно, хорошо, но выносливость тратится, вообще жесть. То есть надо было брать этого, негра. Как раз заточен под это все. Есть что ценное. Хватит менять оружие. Я! Держать! Кому сказано? Так, пока нормально. Да, холодное оружие самое выносливое. Кто ты? Где ты рычишь? А поэтому надо будет изучить. Че, че лучше? Револьвер или тяжелый пистолет? По-моему, пистолет лучше. Твою мать! Вот давайте, не знаю, возьмем, что у нас есть. Фомка. Меня бесишь.
Ярость почти готова. Разорвал вообще его. В принципе, тут тоже дофига всего валяется. Не трогайте меня, целее будете. Я почти дошел до чувака, которого надо убить. Откроем-ка эту штуку. Пригодится. Уже совсем рядом. Че, ты тоже да хочешь? Ну давай. Нападать-то могут. Опа, еще кто-то. А че здесь? Стенден. Обычный револьвер надо выкинуть туда. Бросить. Че тебе? Пожалуйста, в мой дом лезли грабители. Перевернули все вверх дном, а меня самого вышвырнули на улицу. Все, что у меня есть, находится там. Помогите мне вернуться и берите себе что хотите. По рукам. Да, но нет другой квест. Тебя подвести, такое правда? Время люди должны держаться вместе. Но некоторые просто берут себе что захотят. И убивают тех, кто стоит у них на пути. Да не говори. Они недостойны того, чтобы жить. Не церемоньтесь с ними. Да, но только у меня квест другой, друг. Извини. Сюда мы еще тоже придем. Возможно, у них есть оружие. Кто знает. Чё, куда? Туда? Капец, у меня огородами ведет. А! Не увидел. На тебе в коленку. На, по голове. На. Ну, пойдем внутрь. Грохнем этих двух. Самое лучшее находится в закрытых металлических сундуках. Но ожидаемо. Все только так. Блин, я-то надеялся. Что тут у нас хорошего? Что-то я как-то неправильно использую ярость свою. Вот да, тут бы она мне пригодилась. Так. Где-то, наверное, их можно читать, эти факты, нафиг знает. Это жена.
Ща вас всех хладнокровно убью. Ох ты ж. Так, минус один. Чё такая живучая? Все, разобрали же. Все. А что дальше? Поговорите с Мамбао. Че, куда вернуться-то? В церковь, наверное. Да, говорит, церковь. Уху. Ну и пострелись за город. Узнали много интересного. Не дайте им зайти сзади. Собака, где еще Эн? Это сейчас что было? Ребята, вы чё? Я вас вообще не трогал. Этого гада слышал. Взяли, напали на мне. Еще неадекватные. Я просто город сокращал. У меня зато есть патроны. Да ладно. Я просто проходил мимо. Просто хотел вернуться к церкви. И все, ребят, вы че? В смысле, прям через это? Да ладно. Нечисти. Так. А теперь настал вопрос, что-то надо выкидывать. Самодельный секач. А. Пойду с ним. Вот с ним. Надо же доломать это тоже. Блин, убежать далеко. Да и мне много оружия только до поры до времени. Откуда вылезло?
оттуда, откуда же и ты, да? Может, найдется что-то полезное? Ты пока кричи, кричи, мне не к тебе. Магазин. Вообще зашел ограбить его. Мне надо добраться до церкви. Толпой собаки нападают и все, и делай что хочешь. Капец, это разворот, конечно. Какие-то мутантики есть, но мне не до них. Встает и на том, ладно. С теми друганами мы чуть попозже разберемся. Помри, помри, помри. Кошелек, деньги. Черт, церковь все ближе. Фух. Да, город таит опасности. Съешь шоколадку. Конечно, да, с городом будет посложнее, я так понимаю. Валим отсюда. Не знаю, что мне тут. Сверху еще квест, классно. Это Терренс тебе дал? Его завещание? Это его кровь? О, Господи! Да, да, да. Ты не переживай, он уже не мучается. Спасибо. Да жалится Господь над этими душами. Они у тебя очень живучие были. Так, требуется гнева меньше, это хорошо. Так,
конечно, бросить. И вот так вот. Сделали хорошую пробежку. Так что все остальное мы уже будем делать в следующих сериях. Так что всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.